Внимание! Важный момент. Оказалось, что если в настройках приставки включен режим 120 FPS, то в игре разрешение не поднимется до 4К. Я это заметил, потому что у меня запись велась в 4К, должна была вестись, а велась 1080p. Вот, а сейчас я переключил этот режим в настройках приставки, который отвечает за 120 FPS, из автоматического в отключить. И теперь игра выдает 4К, по крайней мере в режиме качества. Можно будет потом сравнить. О, дождь. Мой ноутбук не мог ее так тянуть. Ой, что там, туман? Вот, ну ладно. Я думаю, это видео будет коротким, чтобы быстро его залить, и все смогли посмотреть, как правильно настроить игру. Это дефолтные настройки, но в самой приставке нужно отключить вот этот режим 120 FPS авто. Вместо этого выбрать, чтобы он был выключен. И тогда все будет хорошо у вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео и стримы. Всем спасибо, всем пока.